Всем здорова, с вами Шмыга, мы продолжаем играть в Deep Sky Derelicts. Или Deep Sky Derelicts, или собственно говоря, у нас в прошлой серии мы закончили, что сдали один из контрактов, да? И мы дальше начинаем играть... собственно говоря, по контрактам или не контрактам. У нас есть всякий хлам и всякие предметы, которые, в принципе, пока мне не нужны. Меня они не интересуют, да. Мы Раори, то есть, полностью обследовали эту планету. И сейчас вылетаем на другую планету. Будем обследовать ее. Если это не планеты называется, то мне насрать. Это планета, потому что я так сказал, что это планета. Понятно? Значит, если я сказал, что это планета, значит, я говорю про планеты. Все. Никого не должно волновать, как это на самом деле называется. Открыть КПК, конечно же. Так, и, соответственно, смотрите, значит, у нас здесь что есть? Сигнал Саламе. Я не помню просто, что там было в той серии, но давай-ка еще раз проверим все свои... точно, мы же ей доставили голову робота и все, да? Шикарно. Дальше мы делаем тут обыск всего и вся, чего находим. Я вот про эту штучку, вот видите, недавно узнал, и поэтому все так у меня классненько. Да. Собственно говоря, опять сканируем. Здесь мы можем с кем-то взять все, открываем КПК и идем туда, конечно. В отеке вы видите драноподобных насекомых, когда они замечают вас, антенны на их головах начинают быстро вибрировать и издавать негромкое жужжание. Ну, готовимся к бою, что ж поделать. Значит, я бы... Минус один. Ничего себе, они офигеют. Слышь, ты охренел, что ли? Хорош, а? Фу, он пукнул. Ты зачем пукнул, тварь? Скотина такая, а? Отлично. Ну давай, да. Чтоб не мешал, как бы он остался бы один, и он бы нас забоялся, потому что он один, и он такой, что делать, я один. Вот. Собственно говоря, сейчас мы его одного и будем просто заваливать, чем-то заваливать. Жалко, что 6. Так, тихо. Да, вот так, и все, да? Отлично, шикарно. Кто как не я? Мог все это сделать так красиво, просто по красоте. Конечно же я, да. Так, 400 энергии у нас, слушай, осталось. Мне это не нравится. Больше тут ничего нету, да? Сколько до выхода? 160. Ну да, сканировать там особо не было. Нечего, точнее. Так, ну значит мы отправляемся как бы вот сюда, здесь сканируем. Здесь началась какая-то жара, но... Подожди, у меня есть что-нибудь? Уровень 2. Нет, у меня ничего нету. Понял. Открыть КПК и на выход давай. 120 энергии. Ну, нам должно хватить, по идее, да? Пополняем энергии. И вылетаем обратно на эту планеточку, которая нам должна
рассказать какие-то тайны или не тайны, я не знаю. Ну да, так, значит, тут... Давай-ка пойдем сюда. А, подожди, я вот здесь уже не собрал. Опа-на. Вурлинос Динаэга. Кобры. Кобры, да, приджонились к нам. Скотские кобры. Слушай, а у него 17, смотри как, да? Давай-ка этого трахнем немножко. Критический. Да, шикарно. Остался один этот кабритюль. Ну и вот песос, конечно. Так, ну у него еще была чара есть. М-гранату лови. Вот ты падла, тварь. Так, минус 8 ему, да? Ну это, блин, ну это же кобра, она. Вот это плохо. Это очень плохо. Ну ладно, давай на тебя. 10 часов мы восстановили ему. Очень плохо. Очень плохо. Ничего себе, 14, смотри, он почти отнял у меня этот. Нанна! Все, давай. Ну дай карту, отлично. Да хорош! Древний око. Ведомый торг бип-бип, обнаружены грязные искатели. Какие эти грязные искатели, слышь ты? Очок. Слышь, а чё ты первый ходишь? Так, а кто будет ходить вот этот? Это кто? А, это ты, средний, да? На-на! Слабо. Не могу. Я понял. Сверхмощное усиление. В смысле? А, ты все? Окей. Так, Самсон, а, Самсон? Поощрили, да, молодцы. Ну просто видишь, карты заканчиваются. Без карт как бы тяжело. Тяжело играть, потрясение. Это плохо. Это ужасно. Так, герцог теперь фигачит. Почему я не могу? Сверхмощное усиление дает... ну ладно. Тогда я подожду. Так, у него нет брони, короче, на следующем ходу, если все будет нормально, он помрет. Если. Уклонение, это отлично. Это замечательно. Прикольно. У него вообще карты кончились, лол. Так, ты. Давай-ка сюда. Ну блин, ну не сюда надо было, да, лоханулся я. О! Уклонение! Вот так ты ж собака! А слышь, это нечестно по отношению ко мне. Уклонение делать, да. А вот это хорош, а вот это хорош. На-на! Один уклонился, падла тварь. Ну ладно, так, сейчас моего. Он еще раз ходит. Так, не, ладно, конец хода. 12,6, жикарно. Ты слышал слово жикарно? А я да. Все, минус один, и остался один этот глазнюк. Короче, одно очко.
древнее очко. Сейчас мы им займемся плотненько. Вашим очком плотненько занимаются. Да-да-да-да. Вашим очочком плотненько. Вот так вот. Оп. Минус броник, да? Да. И вот так вот. И критический минус. Ня, собака. Собака. С одним хп еще это очко будет. Будет нам что-то рассказывать. Ну ладно, подождем. Подождем. Ну а чё? Ой, какой разгон? А, разгон, да, окей. Ой, да, вот так можно. Ля-лямба, 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 ля-лямба. Шикарно. Взять все и уйти. Не понял, почему я не мог. Ну ладно, взять все и уйти. Так. Обыскать. Взять все и уйти. Да. Так, смотри, значит, у нас еще здесь 40. Надеюсь, нам хватит. Подожди, 58 до 160. Да. Нет. Давай возвращаемся взад. И там уже будем. Восстановимся опять и побежим туда. Ну а что делать? Что делать? У нас энергии, видите, с энергией очень большие проблемсы. Проблемсы продать. Давайте-ка мы продаем. Продаем весь хлам. Мы продали весь хлам, у нас зашибись. Купить 300 единиц за 105. Покупаю одну штучку. Чтобы на всякий случай, как бы, ну ты понял, да? Чтобы все было замечательно. Замечательно. Да. Открыть КПК. И мы с тобой дальше исследуем это уже вот в ту сторону. 200 энергии. Прикинь, 200. 200. Не, как бы. Уже цифры пошли, как бы, ты понял, да, какие? Отлично, мы нашли с тобой второй выход. И это просто замечательно. Да. Да, новая посадочная. Это шикарно. Потому что мы теперь можем сюда выбраться. И уже не 200 энергии не фигачить просто так. Без как это называется? Без... Да какой уйти? Взять все. Мы это продадим, и мы будем богаты. Богаты как никогда. Как не знамо кто. Ладно. О, из спинох. Здравствуйте, я из спинох, исполнитель номер 555-313. Видите свое предложение здесь? Но вы же не робот. Ну вот, вы все испортили. Все отказывает мне в праве быть роботом. А у меня только одна мечта — стать машиной. Мне так надоели эмоции. Могу ли я вам когда помочь? Чувствую, нам нельзя благодарить чего-то больше. Могу ли я вам когда помочь? Кроме вас, мне этого еще никто не предлагал. Я пытался найти на этом реликте подходящую машину, но все они либо слишком загадочные, либо слишком раздражающие, либо слишком эмоциональные. Подыщите мне светящуюся, благодатную машину с умеренными эмоциями. На этой карте памяти я сохранил свое изображение. Если найдете подходящую машину, покажите ей мое изображение. Да, если я найду, то вам покажу. Немедленно. Отлично. Ваше согласие придало мне большой положительный заряд. В принципе, да. То есть этому чуваку нужно что-то принести. Но у нас один вариант — только сюда идти. Больше, как бы, вариантов-то нету, ничего. Листочек. Вы подходите к листочку и замечаете, что она сосредоточенно нажимает кнопки на игровом контроллере. Вы не знаете, что случится, если ее прервать. Дратути. Из вашего передатчика доносится печальная мелодия. Листочек поднимает голову и смотрит на вас. Кажется, она дрожит от злости. Тупица, это домик из Галакарта. Я строю уже несколько часов, а вы его разрушили. Как вы могли не заметить десятки мигающих знаков «Не беспокоить», которые я тут расставила? А? Может, вы читать не умеете? Извините, никаких знаков мне не попадалось. Наверное, их кто-то украл. Вот терраса. Наверное, это были те приставучие пираты. Они никак не хотели оставить меня в покое, пока я не швырнул в них пару гранат. Ха-ха. К сожалению, теперь мне придется искать другую игру. Такую, которая не требует сосредоточенности. Ну да ладно. Раз уж вы привлекли мое внимание, то, может быть, купите у меня что-нибудь.
Конечно, отвечаю я, но, скорее всего... А, слушай, такая у нее такие же... Такие же расценочки, как и... А я могу продать хлам? Ну, тут нет такого этого говнища. Так, ладно, еще что-нибудь? Да, наверное, нет. В другой разочек, да, да, да. Наверное, мы с тобой пойдем в другое измерение. Вот так можно сделать? Да, можно. Идем, идем сюда. Ёптель-ёптель. Сквернитель, тебя ждет мучительная агония. Шикарно. А почему я не могу ничего ответить? Ёптель. Слушай, ну это с... Опа-на. Оглушение. А чё он сделал? Подожди. Ух ты, собака. На, лови. Зачем я это сделал? Может кто-нибудь мне объяснить? Я дурак? Или чё? Да, это очень сложненько. Сейчас, мне кажется, меня убьют, вот этого убьют. Да, бессмысленно сейчас что-либо делать. Инъекция, подожди. Нихера он пятнашку. Ну хотя зря, он его сейчас учпокают же. Так, минус один, хорошо. Отлично. Шикарно, шикарный ход. Шикарная. Подожди, усиленная. Почему я могу усиленный огонь? Блин. Ну ладно. Надо выбить ему щиты сейчас будет. Да ёб твою мать. Минус 7 всего так. Ну да, это тяжелый такой соперничек, да, разрывающий удар. Ну-ка давай-ка на. Пятера. Так, а ты. Собака. На-на! До свидули, дули-дули. Слушай, ну да, это было тяжело, конечно, но мы с тобой справились. Так, до второго уровня, кстати, уже почти близко. Так, это туда, но мы... А, стоп, стоп! Д-
Да ёпарный карась. Ну ладно, тогда уж... Я же забыл, я же купил два этих... Энергетика. Ну, не энергетика, как ее называется. Повышение энергии. Ну, энергетик, все правильно, да. А чё, я извиняюсь, конечно. Два энергетика, два повышает, два энергии. Ну, ты, короче, понял, да? Мою логику и мои словечечки. Мы приземляемся сюда, открываем КПКшечку. И идем сюда, наверное. Я не помню, а где этот чувак был? А, мордоворот, сопротивление тщетно. Да вы надоели, хорош, хватит. Ёптель. Ну это так себе, слабенько. А это, да, это уже не слабенько. Давай критический. Фак. Блин, целую атаку. Ну да. Ага. Шикарно. Так. Минус 8 всего. Минус 8 это очень мало. Нам нужно... Смотри, у нас хп-то остается такое же. У нас только щиты восстанавливаются. Лол. Вон оно чё, начинается-то. За прикольчики. Критически, это плохо. Так, у него 2 хп, нужно размочить его. На, нах, на. Отлично, все. Да, смотри, у нас хпшки, короче, не восстанавливаются, да? То есть хпшки новые. Новый этот. А что там у нас? А, это там, я понял. Ищите. А, отлично. И это мой алтарь, осторожно ступайте по этому полу. Он священный, я бог-одиночка и хочу, чтобы кто-то был создан по моему образу и подобию. Приведите мне ученика и дам вам то, что вы ищете. Если честно, то я знаю одного парня, который только и мечтает о том, чтобы стать машиной. Вы меня заиграли, можете прийти мне изображение этого верующего. Он сказал, что сохранил свою жизнь на этой карте памяти. Великолепно, анализирую. Сирма ненадолго умолкает. Сирма. Этот человек достоин стать моим учеником. Передайте ему, пусть он придет ко мне. Шикарно. Мы с вами выполнили уже заданишко. Жаданишко. Так. Да не надо, да слышишь? Да хорош, сюка. Ну ладно, прицельный выстрел. На-на. 13, все. Это плохо. На-на. Этот без щитов, это все шикарно. Так. На-на. Так. Посмотрим на этих. 14. А это? Опа-на. Это плохо. Минус один, твою мать. Бросок кобры, да, был такой кинч, я помню. Так, это хорошо. До свидули, дули-дули. А, на самом деле, зря я долбан, у него же был разрывающий удар. На, лови. А, М-граната же только на щиты, я долбаниус. Я забыл это вообще.
В смысле, а я второго не смогу, типа, восстановить или что? Что там? Блин, нет, не надо. Твою мать. Мне кажется, я сейчас сдохну. Ёб твою мать, я сдохну. А как уйти? О, он умер. Отлично. Так, раз на раз остались, да? Ну давай, давай. Раз на раз. Раз не шутишь. Граната? На, лови. Опа. Блин, они пробили щит мой, да? Твою мать, разрывающий. Твою мать. Так, этот без броника, отлично. Твою мать, минус еще один. Прикольно. Вот это зашибись, вот это повезло, вот это повезло, а вот это не повезло. Так, ладно, у меня еще щитара есть. Да ты что прикалываешься, ну? Слушай, ну мне кажется, я сдох. Особенно учитывая, что мне не выпадает никаких карт нормальных. И это меня вообще бесит прям. Ну все, я досвидули, да? Да, я понял. Очень грустненько, очень грустненько. Да. Так, ну что, пойдем туда тогда? Вы нашли такую сверкающую машину? Не, в смысле, почему нет? Я же нашел. Или нет, или что? Или нужно опять типа проходить это все? А, так. Ничего, да-да-да, ничего особенного. До свидуси. Подожди, а я что-нибудь потерял? Я, наверное, по опыту потерял, да? А, вот, да, тюрьму нашли. Так, ну, значит, опять это все делаем. И уже давай выполняем задание и... И валим тогда. Да. Нужно поменять модификацию оружия, и тогда будет уже все шикарно у нас с тобой. Просто шикардятина, да? Сюрму. Так, уходим вот сюда.
Она хочет, чтобы вы стали ее учеником. Как же я взволнован, так и спинох, успокойся. Никаких эмоций, никаких чувств. Дыши глубже. Спасибо за помощь, я должен идти навстречу своей судьбе. Так, журнал. Найдите данные. А что за данные? Найдите данные о местоположении. О местоположении ничего. Пойдем еще раз. Не сюда, а вот туда. Да ёпти. Так, идем сюда. Ну, заходим. Добро пожаловать, перед вами следующая синтетика, осиявшая это место. Что с Эспинохом? Он прибыл сюда? Что стало с Эспинохом? Он прибыл сюда? Мы слились воедино, его сущность сияет внутри меня. Не слов... О, вот так, да. Ни слова больше, могу я теперь получить данные о местоположении? Ну, конечно, я был исчезающим божеством, а теперь благодаря вам стал кем-то совершенно иным. Спасибо, я пойду. Можете в любое время зайти и поклониться мне. Окей. Давай, пакеты. Так, ну мы сейчас еще сюда вернемся, но мы закончим этот контракт, наверное, да? Возвращаемся на станцию. А, это то есть... Окей, ладно. Хлама у нас нет назад. Медика. Все живы, здоровы, все у всех замечательно. И, наверное, на этом я серию эту закончу. Дальше продолжим изучать мир и все остальное вместе с вами. С вами был Шмыга, всем счастливо, всем пока. Ру-ру-ру.